Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 18 мая. Страдания святых мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия. Святые мученики Христовы Симеон, Исаак и Вахтисий происходили из Персии и пострадали в царствовании нечестивого царя Сапора. Так как они были христианами, то за это идолопоклонники схватили их и стали принуждать отречься от Христа и поклониться солнцу и огню. Но они в ответ на это сказали: «Мы не отречемся от Творца, твари, и солнцу и огню не поклонимся». Тогда мучители связали им руки и ноги и жестоко их избили, а потом бросили их в темницу, где в течение 7 дней они не принимали пищи. После этого они выведены были из темницы и претерпели различные мучения. Наконец им отсекли мечом честные головы. Так и скончались святые мученики. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.